Добрый день! Я рада видеть вас на своем канале «Вязание от Ангелины Азимок». Сегодня у меня на столе такой необычный дизайнерский шарфик. Почему нет? Мы тоже с вами креативщики, мы тоже с вами дизайнеры. Постоянно что-то придумываем, постоянно что-то хочется новенького. Сегодня хочу представить и предложить вашему вниманию вот такой простой шарф из кос, из тунисских лент. Так вот они простенько вяжутся, и потом просто-напросто слабо мы провязываем. Длину вы определяете, конечно, сами. Я вязала по 200 рядов, получился среднего такого размера шарфик. То есть для длинного шарфа где-то надо рядов 400, наверное. После того, как я провязала ленты, обязательно прогладила с двух сторон через мокрую марлю горячим утюгом, потому что, чтобы красиво ложились ниточки, ленточки наши, чтобы были красивые. Вот. Заплела вот так вот не туго, чтобы было видно всю красоту нашего шарфа. Небрежно вот так вот завязала узлом. И получилось достаточно красиво, достаточно интересно. Вот. С обратной стороны тоже неплохо смотрится. И вот такой фантазийный у нас интересный, креативный шарфик сегодня свяжем. Вяжется очень-очень быстро и очень-очень несложно. И зато под цвет гардероба, если подобрать ниточки, можно в один цвет связать. Но я думаю, что вот такой шарфик, он будет, ну, самый необычный. При всем при том, что вяжется очень просто. А смотрится очень необычно, очень красиво, креативно. Смотрим, да? Берем ниточки, тунисский крючок. И начинаем делать набор на первый ряд. 12 петель набираем. 1, 2, 3, 4. Расслабленно набираем так. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зависит от того, сколько петель набрать, какой широты вы хотите, да, полоски. 11, 12. 12 петель набрали. Теперь идем в обратную сторону. Вот наша первая петелька у нас остается. И вот таким образом 1 набираем, 2, 3, 4, 5, 6. То есть попадаем в каждый раз петельку и делаем накид. 7. 8, 9, 10, 11, и вот сюда в последнюю еще 12. Сейчас мы попадем немножечко, помучаемся, да? Ну, по большому счету, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, уже 12, то есть я уже посчитала, вот эту петельку не мучаем. И возвращаемся. Сначала одну петлю провязываем, в конце всегда так. А теперь уже по две. Все время по две петли. Раз, два. Раз, два. И не затягиваем, смотрите. Вяжем слабенько. Потому что то низкое вязание, оно потом само все затянет. Вязать неудобно будет. Вот так вот. Провязали, а опять у нас первая петля, она всегда остается. И вот такие протяжки. Вот за них, смотрите, мы делаем накид. Прям видно, они такие, как вертикальные полоски тут у нас. Вот они. Вот за них мы делаем. Обязательно считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, и вот смотрите, обязательно 12, вот она у нас, вот. Вот. Не вот эта вот прям, которая нам кажется, что последняя, а вот последняя, прям видно, что она вот так вот вертикальной полоской стоит. И опять здесь провязываем одну петельку, а теперь уже по 2, раз, два,
раз, два, раз, два. Вот таким образом мы с вами довязываем. Раз, два. И вяжем на длину, ну, примерно я вязала, экспериментировала, пробовала. Вязание очень простое, но может быть монотонным быть. Вяжем полоски разных цветов, 3 штуки. И потом формируем из них красивую косичку. Вот, если немножко приноровиться, то вязание вяжется достаточно быстро. Можно использовать какие-то остаточки, которые у вас остались, красивые цветные. Вот. И не забываем, что последняя петля, вот она у нас. И обязательно она у нас идет одна, последняя, а все остальные мы вяжем вот таким образом. Вот так. Можно вязать, если полоса длины не очень длинная, да, можно простым крючком вязать. Если он у вас плоский, без ручки, можно. И вот такая полоса у нас получается. Вяжем столько, сколько нам, сколько необходимо. Я вязала, вязала, вязала. В итоге, смотрите, связала такие вот полоски. Они длинные, их тут на камеру не показать. Сейчас будем плести косу и уже посмотрим. Вот три разного цвета, три полоски разного цвета. Я их хочу завязать узлом, как бы так, знаете, так красиво. Такой у нас будет декоративный узел, почему нет? И вот с этого узла мы с вами начинаем вязать косу. Я думаю, что вязать косу все умеют. Неправильно тут я завязала, чтобы она мне была лицевой стороной. Так, косу завязала. Неправильно завязала узел. Сейчас мы это исправим. Надо, чтобы все косы все смотрели красиво. Все ленты. Вот. Еще разочек. Исправим положение, чтобы красиво смотрелось. Нужно обязательно здесь оставить. Вот так вот мы распрямим потом, чтобы красивенько все было. Вот. И здесь вот. Все ленты как бы на лицевой стороне. И начинаем вязать косу в любом порядке. Просто-напросто заплетаем. Я просто вспоминаю, все ли в детстве плели косы. Я думаю, не знаю. Но вот что такое плетение косы. Да? Это просто-напросто. Мы не будем затягивать. Мы не будем затягивать. Мы будем слабенько вязать для того, чтобы было видно, что... Это широкие ленты, что это все красиво, что это все очень так вот оригинально. То есть мы по очереди, да? Сейчас еще немножечко расправлю. А то у меня тут ленты. Вот. Я вязала ленты по 200 рядов, чтобы они так смотрелись красиво. Вот, и чередуем. Так. Уже сама запуталась, как мы плели косу. Вот так. Большие косы плести неудобно. Мы сейчас заплетем, как они должны быть. А потом будем расправлять, чтобы они красиво, декоративно смотрелись. Можно связать в один цвет, как вам подходит по гардеробу, да? Вот, то есть по очереди черный, белый, серый, вот так вот. Вот таким образом будем формировать нашу косу. И в самом конце, сейчас мы ее доплетем до конца, в самом конце мы также завяжем декоративный узел. Вот, у меня получилась почему-то черная лента длиннее, не знаю почему. Вот. Мы его так сделаем. Так вот, да? И получается, что где-то вот здесь в самом конце, мы точно так же завяжем узел наш декоративно, так небрежно, так, как будто вот так оно и надо. Вот, вот так вот.
И у нас получится вот такой интересный шарфик, необычный. Я не скажу, что он быстро вяжется, но он вяжется просто. Три ленты связали, завязали косичкой, и это будет очень модно, очень экстравагантно. Либо просто на шею, либо вот так вот закинуть, связать подлиннее, да, допустим. И вот я думаю, что это будет очень интересно, очень оригинально смотреться. Связать подлиннее, допустим, если мои 200 рядов кажутся маловатыми, значит, вяжем больше. И получаем вот такой вот интересный, креативный, декоративный шарфик. Всем приятного просмотра, до новых встреч. Если все нравится, вяжем. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.